Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 7 мая, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Цена пары продолжает консолидироваться в графическую фигуру, восходящий треугольник у основания рынка. Рост котировок пары сопровождался сокращением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество продавцов. Волатильность торгов остается на прежнем уровне, но сегодня существует вероятность увеличения торговой активности. Торговым сигналом послужит пробой одной из границ паттерна. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Цена пары по-прежнему тестирует уровень 1.3120. Открытый интерес и объемы торгов сократились, указывая на преимущество покупателя. Волатильность торгов продолжает увеличиваться, но все еще остается ниже среднего показателя за полгода. Возможно, пробой уровня 1.3050 в этот раз укажет дальнейшее направление цены. Переходим к паре доллар США – канадский доллар. Вчерашний гэп закрылся, цена возле уровня поддержки 1.3405. Ослабление котировок пары сопровождалось снижением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов выросла, однако и сегодня возможен рост торговой активности. Дальнейшее укрепление котировок возможно в случае отбоя от уровня поддержки 1.3405. Переходим к событиям сегодняшнего дня. Ключевыми событиями сегодняшнего дня будут публикации числа открытых вакансий на рынке труда США и канадского индекса деловой активности. В США ожидается рост числа вакансий, что выступает поддержкой для американского доллара. А предполагаемое снижение производства в Канаде может оказать давление на канадский доллар. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Оставайтесь в фокусе с компанией FIBA Group.